Так, ну, в общем-то, я настроила освещение. Чуть-чуть стало, думаю, получше станет. Конечно, не особо, конечно, хорошее освещение. Опять ничего не видно. Так, ну подожди, я пойду сюда. Так, подожди, сюда. Не пойду туда вниз. Не хочу. Так, давай сохраним все в 5. Так. Где-то у нас был тайник. Где-то вот здесь. Хотя здесь он почему-то не помечается. Ну, подожди, я же забыла, с какой стороны там. А, вот. Так, F5. Так, тут сейчас зомби. Хп. Ладно, возьмем 68. Так, патроны. Так, а здесь что у нас? Здесь вроде ничего нет. Секретных мест нет. Так, ладно, все, пойдем дальше. Ой! Как резко. Эй, подожди, 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 подожди. Так, не-не-не-не-не-не-не-не. А, ну здесь это... Так, это все, да? Зомби пока все. Так, куда нам? Ну, туда. Сейчас будет сохранить сначала. Сюда. О! Так, ну вроде... Если говорить о реализме, вроде бы неплохой мод, но так темно, что нифига ничего не видно. То и в оригинальной версии то выглядит намного лучше с освещением. Как в подвале, ничего не видно. Так, тихо. Так, ой, как ты прям аж бежишь ко мне. Ну давай. Так, ты зомби. А оружие, кстати, хорошее, да. Вроде самый неплохой, но с освещением, конечно, освещение не нравится. Представляю, что будет фараонов. Вот этих в темных местах ничего не видно. Так. Так, подожди, я все подобрала? Или не все? Так, вот теперь вроде все подобрала. Так, а, нет, не все, оказывается. Вот так темно, вот ничего не видно, все прямо сливается. Так. Пока вроде все. Ну, давай сохранимся мы с тобой. Откроем дверь. Так.
и убежал. Ну-ка, иди сюда. Так. Я не помню, с какой стороны тайник, то где-то там будет с этими. Здесь или не здесь? А может... Ладно, я боюсь, что потом вернусь. Так. Да что такое-то? Мышка у меня на батарейках. Что-то батарейки вроде уже все. Менять надо, короче, батарейки. Мышки. Так, я не помню, это вроде здесь или не здесь? Или с другой стороны? Так, ладно, вроде с другой стороны. Ладно, пока сохранимся. Так, сюда нам, вроде сюда. Так, это у нас... Это... КР. Стоп, подожди, сюда или я иду? А, да, сюда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Подожди, зомби. Я что-то была не готова. Так, что тут застрял, что ли? Какие-то глюки начались у тебя. Так, ну ты теперь давай, иди сюда. Ай! Конечно, убойная. Так, вроде здесь у нас были. Был тайник, если не ошибаюсь. Так, у меня граната-то ведь есть. Так, подожди, давай сначала. Другое оружие. А, да, граната у меня есть. Так, давай сначала сохранимся. По-моему, у нас здесь тайник. Хотя, кстати, он здесь и не помечается. Да уж, так все продумано, Дипо. Что не с первого раза еще и найдешь. Тайник. Вот где он помечается, что тайник? Вот нигде. То же самое, что там наверху нигде не помечается, что он тайник. Ладно, давай. Так, тихо. Чтобы не взорваться. Значит, у меня мышку надо. Батарейки менять, мышки. Так, давай. Так, все. Золото взяли. Тайник. А, подожди, надо еще это открыть. Я открываю. А, здесь сейчас будет у нас шар. Так, подожди. Если наступить на эту. Так, ну да. Бегом, 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 бегом. Так, сейчас шар тоже. Вот у нас. Теперь пройдем сюда. Так, F5, сохранимся. Так, здесь чего у нас? А здесь ничего. Так, вот здесь тоже сейчас будет шар огромный. Аккуратно. А, не на меня только. Так. Может, я не буду патроны тратить на этих зомби, которые сейчас вылезут? То мне вроде и так. Они все равно за мной не побегут. Сейчас я быстренько. Ну, так-то, в принципе, двое зомби. Так, нет, не буду тратить на них патроны. Пусть там. Не буду я на вас патроны тратить. Мне и так немного. Так, подожди, нам. Так, нам сюда. Они все равно за мной не придут. Поэтому я патроны на вас тратить не хочу. Мне и так не так, что много патронов. Так, нам сюда.
Сейчас будут зомби. Вроде как. Сейчас вроде еще сзади должен быть зомби. Так, подожди, подожди. Так, здесь у нас закрыто. А! Вот, давай сначала с этого начнем. Потом... Да, ай, блин! Какой-то еще не прибежал. Сколько нам с патронов надо? Так, сейчас эти... Буду зомби с щитами. Угу. Двоих. Ну давай, иди. Сюда. Какие у вас щиты-то модные. Со значком даже. Так, все. Зомби, мы разобрались. Так, давай возьмем аптечки, они все маленькие. 70. Так, патроны возьмем. Так, здесь пока все. Здесь у нас. А там у нас чего с той стороны? Здесь там ничего. Все закрыто. Так, ну-ка давай возьмем с тобой. МП-40. Так, давай сохранимся. Ой-ой-ой. Так, подожди, посмотрим. Мышка опять. Вырубилась у меня. Так, ну что? Чё, тут живой? Ай-яй-яй-яй-яй. Так, а, тут этот огненный. Ой, нет, не огненный, это просто зомби с щитом. Так, подожди, 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 подожди-ка. Думаю, как тебя убить. Так, подожди. Ну, так. Ай, мышка. Так, сейчас пока у меня мышка еще не перестала работать такую минуту. Ему не... Фу, с этим зомби. С щитом. Так, ну и... Так. Подожди-ка, надо мне сменить штуки. Батарейки, мышки. Кто перестанет еще работать в такую минуту. Очень важно. Так. Сейчас я поменяю. Так, ну-ка проверим. Ну, вроде ничего. Так, ладно, продолжим.
Так, F5, сохранимся. Так, дальше. А, тут еще один. Ну давай. Оружие сменила. Так. Ну вот и все пока. Так. Тут сейчас у нас тоже будет сундук. А, так, ну вот здесь, в принципе, и так ничего не было видно. В оригинальной игре. Так. Подожди. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Черт. Так. Блин, мне его не видно. Так, зомби, может, ты придешь сюда? А то мне тебя не видно. Пойдем. Так, подожди, тут еще гранаты. Угу. Так, сюда не пройти. Так, давай-ка мы с тобой сохранимся. Так, сюда. Так, я ничего не вижу. Здесь все как в темнице. А, вот, кстати, вот здесь сейчас будет ларик у нас. Давайте здесь сохранимся. Так, я надеюсь. Я надеюсь, я его увижу. Так, сейчас соберусь. Сейчас надо мне. Каун это у нас с какой стороны находится? Так, подожди, у них. А, вот. О, ёшка. Ну давай сюда. Ай-яй-яй-яй. Так, не трогай меня, не трогай, я ничего не вижу. Я ничего не вижу. Аптечку. Так, подожди, подожди, подожди. Так. Так, тихо. Ай-яй-яй, ты еще и бегаешь. Так. Ой, что у меня с патронами-то? Что-то я даже не смотрю на патроны. Так, количество патронов, я смотрю на него. Ай, черт, а что мне с патронами там? У меня вообще патронов. А, вот, вся вот даже патроны. Надеюсь, у меня патроны не закончатся. То придется его потом ножом убивать. А, да. Так, что у меня с патронами? У меня, кстати, гранат еще есть. Ну-ка. Так, давай-ка здесь еще пройдем. Осмотримся. Хотя бы тут уже ничего не видно. А вот еще патроны здесь есть. Так. Подожди. Сейчас я еще здесь пройдусь. Осмотрюсь. Так, ну сюда, да? Так, давай сохранимся. Здесь, кстати, где-то еще был тайник. Не помню, с какой стороны. Где-то. А, вот с этой стороны. Вот он, здесь тайник. Так, мне пока аптечка не нужна. Так, надо мне пройти аккуратно, не задеть. Так. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. С двух сторон. Так,
Сейчас будут эти вырезать. Так. Так, подожди, это с какой... Тайник, кстати, надо мне открыть. Сейчас это у меня были записи, как открывать тайник. Я уже не помню, как открывается тайник с какой стороны. Так, сейчас я посмотрю. Так, сколько у нас... Так, открывается... Так, как открывается тайник? Р, да, получается. Вроде Р или нет? Что-то я уже забыла, как открывается. Так, ну-ка, подожди. Или сначала с этими разобраться. Так. Что-то я уже забыла, как открывается тайник-то. Так. Подожди, ну-ка. Так, не поняла, что-то здесь. Так, стоп, а чё тебе... А, сюда. Что-то как-то здесь всё хитро сделано. А, вот. Кнопку надо нажимать. Так. А вот у нас получается это. А здесь у нас получается тогда метелочка вот это. Не знаю, как это правильно называется. Так, где метелочка? Вот сюда надо нажимать. Метелочка. И с той стороны. Так, с той стороны у нас получается. Вот это F. Да? Где она? Не знаю, как она называется, правильно, вот это вот. Так. С этой стороны. Так, вот здесь получается стоим. Так, с какой стороны мне прыгнуть? Вот с этой, да? А, нет, не так. Подожди. Черт, я запуталась. Так. А-а-а, нафига ты взяла птичку? Ну ладно. Так, подожди, это получается у нас... Или наоборот. Подожди, метелочка. Или здесь получается метелка. А с той стороны. Так. А с той стороны буковка F. А, подожди. Что-то я запуталась уже. А что у меня стояло-то? Так, здесь метелка. А там... Буква F. Давай посмотрим так. Так, прыгнем. Так. А, да, вот все. Так, подожди. Сюда. Так, теперь, значит, получается основной. Так, сохранимся. Так, основная получается у нас. Тут проход открывается. Метелка и буква R. Так. Только не помню, с какой стороны. Так, подожди. У нас еще должна вот эта вроде должна открыться. Или не с этой стороны. Так, ладно. Так, метелка. Метелка. Не помню, с какой стороны метелка. Это с этой стороны. Так, здесь метелка стоит. Ладно, здесь пока оставим метелку. И откроем.
Так, подожди здесь. А, вот тайник, кстати, да, здесь. Патроны очень нужны. Так, и здесь буковка R. Блин, так. А чего зомби-то? Я не понимаю, это вроде должны быть еще зомби с щитами быть. Или я неправильно комбинацию набрала? Ну-ка, вот с этой стороны должны выйти, эти зомби должны выйти. Что-то их тут нет. Ну-ка, подожди. А! Значит, не ту комбинацию я открыла, да. Так, тогда здесь получается буковка R. R. Да ёшь, буковка R. Так, а тут получается метёлка. Так. Или опять что-то перепутала. Так, ну-ка, подожди. Какая там... Там вроде такая комбинация была. Что-то ничего не открывается. Так, а я отсюда пройду или нет? А, я не вижу, нифига не вижу. Куда идти? Подожди, куда же идти? Тут все закрыто. Так, подожди. Здесь у нас стоит R. А, это вот такая была вроде бы штучка там рисована. Да, так, с этой стороны. Ну-ка, подожди. R. Ну-ка, а R? R с этой стороны. Да, блин, что теперь, тут пике, что ли, я теперь? Да. Короче, тут не пройдешь больше. И это не открывается. Нужно открыться. А, беда, беда, беда. Так, что там? Комбинация там. Это должна быть комбинация. Так. Что-то я вообще. Так, подожди. R. А чё эти, по идее, должна сработать этот? Должны выйти эти зомби. Им вроде без разницы, правильно ты набрал комбинацию или нет. Почему-то как-то... Так, подожди. N. Ну все, сейчас тут точно застряну тут. Так. R. Почему эти не выходят зомби, я понять не могу. R. F. F. Нет, не F. Вот это. А, во, все. Или нет, подожди, я что-то запуталась. Нет, не с этой стороны. С той стороны должна открыться. Что-то я прямо у меня... Так. F. R. R. Так, R. Вот такая должна быть, по идее, комбинация эта. Ну-ка. Что-то я вообще застряла.
О, беда, беда. Так, ладно, давай переберем все комбинации тогда. Так, R. Там у меня какая стоит буква там. Только что-то долго буду перебирать я. Все эти комбинации. Так, буковка R здесь стоит. Так, R. Ну-ка. Значит, там у нас стоит R. Так, здесь. Ну-ка. N. Нет. Так. Вот это. F. Да, ёшкин кот, чё я... Так. А, подожди, я должна, наверное, сюда встать. Точно. Так, ну чего? Так, тихо. А! Так, ладно. Тихо, чёрту. Так, подожди, я возьму сначала свое оружие. Так, где у меня кар? А где у меня карта, нет, что ли? Так. Ладно, кара у меня нет. Так, все. Так, подожди, там это, значит, была, да? Так, это метелка. Так, теперь сюда. Давай сюда встанем. На эту штучку. Так, ты, значит. Ну чего? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Черт. Зря птичку взяла. Зря там внизу птичку взяла, ну ладно. Так, значит, что получается-то? Буковка R? А, нет, подожди. То есть, что-то я тут запутываюсь совсем. А, так вот открылось. Так, стоп. А чё? Подожди. Птичку-то я не взяла. А, 18 хп. Обалдеть. Так. Даже не знаю, сохраняться или нет. Так, нам куда сюда? Нет, нам не сюда. Нам туда. Так, а впереди-то у нас больше птичек, наверное, нет, да? Подожди. А, вот. А, хотя да, значит, надо не комбинацию набрать. Так. Подожди, подожди, подожди. Черт, я совсем запуталась. Так, откуда я вообще пришла? Отсюда. Так. R. Значит, здесь получается вот здесь это телочка здесь. Телочка. И там получается R. R. Так. Так, блин, я опять запуталась, как устарнуть. Так, не сюда. Сюда. Ой-ой-ой. Так, вот не знаю, сохраняться мне или нет. Вообще-то этой миссии конец как бы. Так. Так, ладно, давай сохранимся на всякий случай. Так.
Так, у вас тут аптечек нет случайно? Мне нужны аптечки. Тут аптечек нет. А, где же мне взять аптечку? Так. Где мне взять аптечку? Так, подожди, не туда. Сюда сейчас посмотри здесь. Здесь, наверное, ничего нет. Ну-ка. Где бы мне взять аптечку-то? Так. Аптечки только, наверное, будут впереди. Так, подожди. Может, все-таки где-нибудь здесь есть аптечки? Ой, не-не-не-не-не-не-не. Я побежала от вас. У меня и так осталось мало. Здоровья, да еще патронов не так много. Поэтому... Так, подожди, немцы-то где хоть спрятались-то? Мне бы как-то тоже это... на них не наткнуться, так сказать. Ну-ка, подожди. Так. А, теперь буду гадать, где же они находятся. Так, мне их тут не видно. Как бы тут не прибежал еще. Черт. Так. Может, кстати. А, он, наверное, там внизу. Да, внизу он. Так, ладно. Так, здесь он что-нибудь есть? Здесь ничего нет. Так, подожди, подожди, подожди. Ну-ка. Я все-таки пытаюсь сходить вниз. Нет, ни хрена ничего не видно. Ай-яй-яй, там еще двое. О, уже лучше. Отлично. Так, давай сначала сюда. Так, ну вот все. В принципе, можно идти вперед. Так, на этих зомби я не буду их убивать. Не так здоровье я. И патронов осталось мало. Так, подожди, где-то здесь кнопка была. А, вот она. Так, ну вот, в принципе, все. Золото все. Секреты все. Можно идти вперед.